Обжариваем лук с маслом. Масло маленький кусочек, где-то, ну, 20 грамм, может быть. Чисто, чтобы слегка обжарить лук. Лук одна штука. Единственное, что у меня здесь два лука, потому что для двух разных салатов я буду обжаривать лук с шампиньонами. Поэтому у меня порции здесь побольше. Итак, обжариваем до прозрачности. Лук обжарили до прозрачности. Добавляем шампиньоны. Грибы при обжарке вначале надо посолить. Слегка. Слегка, так получается вкуснее. Перемешать. И вот видите, как я нарезала грибы. Большие на 6 частей, маленькие на 4. На самом деле это не имеет значения. Кто как хочет, так и нарезает. Кто как хочет, чтобы грибы выглядели в салате, так и нарезает. Закрываем крышкой. Грибы дадут свой сок и приготовятся в собственном соку. Никакой воды мы не добавляем. Вот. Смотрите, сколько сока уже выделилось. Все. Смотрите, столько сока выделилось, крышку можно уже открыто оставлять. Теперь нам надо уварить вот этот сок, и грибы начнут обжариваться. Закрывать уже больше не надо. Можно даже прибавить огонь, побольше сделать, чтобы жидкость быстрее выварилась. Шампиньонам особо готовиться и не надо, они и так быстро очень готовятся. Все, грибочки наши обжарились. Убираем с плиты. Значит, здесь у меня где-то 100-130 грамм корейской моркови. Я вот так вот поставила, чтобы вся жидкость, которая там есть, чтобы она ушла. Процедить вот эту жидкость. Жидкость нам не нужна. В дальнейшем это будет выделяться в салате и очень быстро испортит его. Поэтому вот так вот ставим пока. Все остальные дела сделаем. Она будет вот так вот стекать. Дальше у меня здесь окорочка копченая. Вот такая. Можно взять любое мясо копченое, можно колбасу копченую, но вот с курицей копченой конкретно получается очень вкусно. Вот, можно грудинку взять копченую. Так что вот так вот я сейчас ее отделю от костей, потом покажу. Итак, собираем салат. Значит, кладем в миску корейскую морковь, добавляем обжаренные шампиньоны, добавляем красную фасоль сюда. Кстати, я ее, когда с банки достаю, я ее промываю и вот поставила тоже стечь воде лишней. Обязательно надо промывать эту мутную воду. Вот копченая окорочка я счистила от костей и от кожицы. И вот так вот нарезала. Здесь два окорочка у меня. Добавляем немножко молотого черного перца. Перемешиваем все. Перемешали, добавляем майонез. И все снова перемешиваем. Итак, невероятно вкусный салат получается в итоге. Вот так вот он выглядит в тарелке. Очень хорошо подходит именно вот на праздничные столы, на дни рождения, на Новый год. Вот. Я очень вам всем советую. Итак, у меня здесь морковь по-корейски, красная фасоль, лук с шампиньонами обжаренный и окорочка.
Вот куда я половину шампиньонов добавила. Это у меня куриная грудка, фарш из куриной грудки с шампиньонами. Этот у меня на канале есть салат. Очень вкусный. У меня гости, поэтому я сделала этот салат и этот салат. Шампиньоны один раз обжарила в большом количестве на два салата. Вот так вот салат выглядит на столе. Вот жду гостей. Кстати, вот это вот салат летний с помидором и луком. Это пирог сырный, тоже есть на канале. Это ачма из лаваша, тоже есть на канале. Это мой салат, я уже говорила. Другой из куриного фарша. Так, что это? Мой компот клубника черешня. Это сок персиковый. Тоже есть на канале, очень вкусный. На горячее у меня будет голубцы из помидоров, вот, и плов с курицей, она у меня томится сейчас. Это все у меня есть на канале. У меня будет шоколадный медовик, это тоже есть на канале. Так, у меня еще будет нектариновое варенье к чаю и грушевое варенье. Вот их я нарезала. Всем пока-пока!